Два человека погибли в результате жуткой аварии в Алматы. Дорожно-транспортное происшествие произошло по проспекту Райымбека, не доезжая улицы Розыбакиева. По предварительным данным, водитель российского авто, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего снес два дерева и врезался в бетонное ограждение. По инерции транспорт ударился о мачту дорожного освещения. От полученных травм водители и пассажиры скончались на месте аварии до приезда скорой. Извлекать тела из искореженного автомобиля пришлось спасателям. Все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции.